Всем привет, продолжаем гулять по городам мира, по тем местам, где мы когда-то бывали, в те хорошие времена, когда можно было куда-то выезжать. Сегодня я хотел вам познакомить с фонтаном Победы в городе Нёрдлингере, это Германия. Он установлен в честь победы Германии во франко-прусской войне 1870-1871 годах. И установлен 7 сентября 1902 года. 8 сентября этого же года он был освящен. Фонтан посвящен военному столкновению между Францией с одной стороны и Северогерманским союзом под руководством Пруссии с другой. Его еще называют фонтан Кригерсбрунен. Создал скульптор Георг Врба. Ну, он, видимо, вот так произносится, как я смог произнес. Это был немецкий скульптор и печатник, один из главных немецких скульпторов 20 века. Создал около 3000 пластических работ и 322 объекта в 45 городах Германии, населенных пунктах. Находится этот фонтан в непосредственной близости от церкви Святого Георгия. Я зачитываю Википедию и те небольшие данные, немногие, которые мне удалось найти в интернете по поводу конкретно вот этого фонтана. Как мы видим, здесь орел на вершине фонтана. И главные герои этой войны – Гельмут фон Мольтке, в простонародье его называли Великий Швайгер, прусский генерал-фельдмаршал. По мнению Генриха Валле, он является одним из самых успешных полководцев своего времени. Здесь находится барельеф Отто фон Бисмарка, Отто Эдуард Леопольд фон Бисмарк Шенхаузен, граф, немецкий политический и государственный деятель. Вот такой фонтан в городе Нёрдлинген, Германия. Все, вот и все, что я хотел вам рассказать. Вот такой фонтан, посмотрите. Я люблю снимать какие-то интересные архитектурные объекты, потом рассказывать. Мне самому это интересно. Так сначала поснимаешь, что не поснимаешь, потом пороешься в интернете. Вот, ну, вот, собственно говоря, и все, все, что я хотел вам рассказать. Фонтан Победы в Нёрдлингере, Германия. Пока-пока. Bye.